Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Юрский мир». Ну что, начнем со сбора монет, пожалуй-ка. Так, у меня здесь кто-то вылупился. И, в принципе, да, это у нас стегозавр, насколько я помню. Ага. Причем сразу два. Давай-ка мы его, наверное, вот сюда и поместим. Замечательно. И надо будет еще забрать одного. Вот он, тоже его помещаем туда. Да давай, хорош уже. Так, можно, в принципе, их соединить. Кстати, я сегодня выбил еще одну легенду. Сейчас мы посмотрим, где у нас и кто это. Это, опять же, водоплавающий. Где-то здесь он должен быть. Ага, вот, ребята, Зуходус. Вот так вот. Это как крокодил уже настоящий. Действительно, 6 дней, 23 часа, ё-моё. Обалдеть, сколько мне придется ждать. Одни легенды, друзья мои, выпадают нам, ну, в принципе, это хорошо. Чем больше, тем будет лучше нам и проще играть. Так, давай-ка мы здесь вот так сделаем. У нас, по-моему, задания-то не обновились. Сколько тут еще? Ага, 16 минут осталось, ребята. 16 минут, и у нас все будет тип-топ. Так, здесь задание какое у нас? Доведите 3 динозавров до 40 уровня. 3. Так, давай-ка, что это у нас тут? Соберите предметы созданий по производству ДНК. Кстати, ребята, что такое за супер ДНК? Для чего оно нужно? Кто-нибудь в курсе? Оно у нас копится, но потратить я пока никуда не могу. Так, здание построили. Теперь вопрос, кого нам с тобой можно... Нифига он выглядит как... А что ты так выглядишь-то невзрачно, а, стегозавр? Тут как-то посолиднее вот этот, по-моему, да, выглядит. А первый что-то аж вообще какой-то бледненький был. Ладно, то есть я так понимаю, мне сейчас ничего не доступно? Или... Тут опять же 15 минут нужно подождать. И даже на событиях, ребята, 15 минут. То есть я рановато, типа, зашел в игру, да? Еще ничего не откатилось. И сделать я пока, естественно, ничего не смогу. Ну что, у меня только выбор один, ребята. Ждать эти самые 15 минут. Ну, соответственно, это все будет за кадром. Так, ну что, друзья мои, 15 минут прошло, я так понимаю. И, кстати, вот этого вот Зуходуса я получил именно вот с этого подарочка. Ну, а тут надо было максимальное количество билетов просто-напросто накопить. Так, ну что, посмотрим, да, друзья мои? Задания обновились. И это круто. Это круто, потому что сегодня я хочу получить 26 уровень, и я думаю, у нас получится погладить животных, принять. Понятное дело, да? ПВП-сражение 2 раза нужно сделать и покормить не меньше 2 динозавров. Погладить, ну давай тебя погладим. Фиг с тобой. Все? А, там нужно 3 же, точно. Давай тебе. Опять сигнал, господи. Все, погладили. Код 19, Оуэн, беги. Ну, естественно, все прошло хорошо. Так, покормить. Не менее 2 динозавров. Вот как раз у нас тут и есть. Раз, кормежка. И... Подожди, по-моему, я одного и того же. Да что ты будешь делать? Так вот, да хорош уже. Со своими кодами. Так, я ведь знаю, что у нас еще кто-то должен быть не кормленный, не прокачанный. Ладно, давай здесь сделаем. Да ты посмотри, а? Постоянно этот код включается. Так, забираем награды здесь, здесь и здесь. Так, соберите 25 тысяч еды. 25 тысяч еды, погоди-ка. Я всего лишь 17 тысяч смог собрать. Ладно, еще, может быть, ближе к концу серии мы все-таки заберем. Так, а что у нас там еще? Так, ежедневки, примите участие. Так, в сражении с 3 разными динозаврами
Здесь нам нужно прокачать до 40 уровня еще два динозавра. Так, а мы пойдем с тобой тогда пока сюда. Так, события только для VIP. Награда бронзовая, да? Давай посмотрим, кто у нас тут. Джунгариптер, гигантозавр и иритатор. Начнем. Берем анкилозавр. Хотя, подожди, анкилозавр это слишком жирно будет для него. Давай возьмем, наверное, пахицефалозавра. Сюда, против хищников, возьмем диплокалус. Кстати, его можно прокачать до 40 уровня, я думаю, да? Это будет оптимально. Так, и, наверное, лимносцелиса. Ну, эта команда, в принципе, ребята, должна здесь выиграть. Однозначно, потому что мы превосходим силы врага. Ну, погнали. Так, одного удара будет? Нет, не будет достаточно. Но все равно я сделаю. А он 100% сейчас поменяет. Он поменяет сейчас на хищника. Ага. Но уничтожить не получится. Не получится у него. Да, удар, конечно, будет мощный. Но мы с тобой меняем. Берем лимносцелиса. Допустим, если ему... Давай бонус возьму. Так, он будет менять или нет? Нет, он пошел в атаку. Это, конечно, для ребята, для него крышка. Раз, два. Бонус и защиту. Иди отсюда. А он, наверное... А, что он сделал-то? Он сейчас ничего... В атаку пойдет. Скорее всего, в атаку. И не пробьет. А-а. Ну, а мы его, естественно, уничтожим. Так, он сделал сколько? Одну атаку, да? Ну, давай, наверное, вот так вот. Чтобы наверняка уже. Все. Пока, петрушка. И джунгариптор. Ну, сейчас он, конечно, тут сможет нас вырубить. Ну, он тоже допрыгался. Мне нужно поменять на нашего травоядника. И все сливать в атаку. У него всего лишь 7 хп. Естественно, ему крышка. Так, ну что, один поединок мы с тобой... Сыграли довольно неплохо. Опа, опа, смотри, какой довольный. Опа, опа, танцульки-то какие делает, а? Ладушки. Нам нужно еще три поединка сейчас сыграть. Давай, прогружайся быстрее. ДНК. Так, и двигаемся дальше. Гацигаптерикс, Топижара и Кулазух. Ну, вот здесь уже, наверное, придется нам брать, скорее всего... А давай вот так вот сделаем. Я возьму скалозавра. Я думаю, на двоих им хватит. И, ко всему прочему, возьмем тропиогната. Против кулазуха, я имею в виду. А почему, интересно, стегозавр стоит... А, он, получается, намного мощнее, чем трицератопс. Вот оно как. Ну, кого здесь еще можно взять? Ну, допустим, для подстраховки можно взять... Так, диплодоков можно соединить. Ну, давай возьму топижару. Хоть это и не обязательно, но так, ребята, чисто, может быть, если на добивку только. Так, скалозавр. Ну, естественно, ударим вначале. Вот так вот. Будет менять или нет? Не стал. Ну что, два в лицо тогда ему. И появляется топижара. 31 урона у него идет. Все в атаку будет сливать, да? Нет. Неужели он взял в защиту все?
Давай сделаем с тобой так, наверное. И вот так. Ха! Две в защиту ставил, прикинь. Ах, все-таки меняет, ребята. Все-таки меняет. Ну что же, нам придется взять тогда с тобой тропиогната. И все сливать. Хотя не обязательно даже все. Вот так вот сделаем. Блин. Надо было все-таки, ребята, сливать полностью все в атаку. Тропиогнат в зоне риска, но он не пробьет. Он не пробьет нас. Мы его, естественно, сейчас уничтожим. И останется только лишь топижара. Ну, с топижара, я думаю, мы с тобой справимся. Хотя, скорее всего, он тропиогнатом не уничтожит. Сколько он? Две атаки, наверное, возьмет. Три? Ну, тогда все. Тогда крышка. Поехали. Опять же, ребята, все сливаем в атаку и топижарик кранты. Бубух на 905. Ну что, еще два, ребята, поединка нам нужно с вами отыграть. Хочет этого или нет. Просто придется. Так, давай, ДНК, это все понятно. Едем дальше. Так, здесь аэротитан. Против него я беру анкилозавра. А вот против хищников. Слушай, можно взять тоже аэротитана, в принципе, да? И... Подожди, какой аэротитан-то? Эй, против хищников. Против хищников нужно брать кулазуха. А, диплокаулус у нас в откате, да? Скидка $9. Такие, да, горячие скидки минус $1. Типа, бери, не пожалеешь. Ну что, анкилозавр, давай сделаем удар. Потому что 100% он здесь будет брать хищника. Это я тебе точно говорю. Он сейчас будет менять. Угу. Так, ну допустим, он сделает удар. Ничего не стал делать. Ну и флаг тебе в зубы. А мы берем с тобой лазуха. И ставим бонус. Так, у него была защита. Ну, две атаки. Это щекотки для нас. Так, ну что, ребята, 285 хп у него, да? Нам придется вот так вот делать. По-другому его не завалить. Так, выходит следующий алозавр. Ну, слушай, сейчас он, скорее всего, нас ушатает. В плане, он ничего не стал делать. Почему? Не знаю, ребята. Пока тогда. Неужели он все на очки спустил? Ну да, все на очки, ребят, спустил. Так, одна атака, ребята. Слушайте, я попробую, конечно. Неужели он все в защиту поставил? Прикинь. 5, он 5 поставил в защиту. Слушай, он, по-моему, нас ушатает сейчас. Так, диплокаулус. Слушай, нам надо все, ребят, сливать, абсолютно. Только в этом случае мы победим. И это хорошо, что он все атаки свои слил. А так бы нам не победить здесь было бы. Потому что у Диплокаулуса, ну ты сам видел, очень маленькая атака против воздушных. А тут все хорошо получилось. Так что последний поединок нам нужно с тобой сыграть, и все будет окей. Мы с тобой получим вот этот замечательный пак, в котором... Ну, у нас много... Кто есть, вот, скорее всего, выпадет нам либо диплодок, либо джунгариптер. Скорее всего, так будет. Фиг тебе дадут слишком редких. Так, ну, тут все, лабиринтозавр. Ну, естественно, ребята, против него ставим
А, метеоринг у них здесь есть. Так, ну и аэротитан, я так понимаю, скорее всего, здесь нам понадобится. Слушай, этот метеоринг, он, кстати, очень может нам, ребята, сделать больно. Причем один. Атакуем. Так. Менять будет, интересно, или нет? Скорее всего, будет. Да, берет метеоринг. Вот, блин, вот это вот плохо, ребята. 177 к атаке, прикинь. Это очень серьезная фигня. Так, берем с тобой аэротитана. Блин. Возьму бонус. Так, меняй. Ты посмотри, а. Так, мне не нравится вот такой вот подход. Так, велоцираптор, давай-ка мы с тобой выйдем. Раз, два. Все, сливаем тогда. Блин. Он копит очки, ребята. Он бонусные очки копит. Твою налево, он... Велоцираптор сейчас уничтожит меня. Да. Так, он сколько слил? Три в атаку, да? То есть, в принципе, есть шанс его сейчас просто порвать. Да. Тогда все окей. Тогда, ребята, мы пройдем. Потому что у меня Гуандунь еще, как ты видишь, в живых. И он, конечно же, лабиринтозавр просто расколбасит. А он наносит одну атаку. Блин, тогда под вопросом, друзья мои, под великим вопросом. А, у нас еще и 78 хп. Ёк-макарёк. Сколько он взял в защиту? Не знаю, ребят, я рискую. Есть. Фух. Взял бы он еще чуть-чуть побольше на защиту, и мы бы его не уничтожили. А так все получилось хорошо. Прекрасно, просто-напросто. Ну что? Опять код 19, а? Давайте открывать, ребята, и смотрим. Ну, это деньги, еда. Нундазух. Ну, в принципе, ребята, я не против. Нундазух. Он же у нас... водный, да? Динозавр. Поэтому нундазуха можно даже скрестить. А, вначале его нужно еще приобрести на рынке. Так, у нас здесь парк земля. О, здесь самое место будет ему. Идет офигенное улучшение. Так, забрать. Наградушки. Так, еду. Используйте в сражении три разных класса динозавра. Наземных. Три разных класса динозавров наземных. Ты что за намеки такие? Опа. Так, хорошо. Идем дальше с тобой в схватке и смотрим, что у нас на событиях. Схватка редких. И очки доверия у нас будут. Ну-ка, давай посмотрим про редких. Ага. Раз. Блин, диплодок. Ну... А, это все, что мне доступно, что ли? Подожди, нет, нет, нет. Можно, можно мотать. Что-то как-то эть. Да погоди. А, это все, ребята, что мне доступно. Ёк-макарёк. Хорошо, я беру тогда диплодока сюда. И против Нундазуха мы возьмем. А почему они мне не дали летунов? Погоди-ка. Топижара. Ну, возьмем топижару. 50 тысяч за поединок. Ну что, пирораптор, поехали. Он сейчас 100% возьмет Нундазуха. Вот поверь мне, возьмет Нундазуха и сделает удар. Угу. Предсказуемый чувак. Наносит атаку в 56. Ну, а у нас выбор, что, топижару брать? Топижару.
Блин, он сменит. 100% он сменит сейчас динозавра. Нет. О, братишка. Раз, два, три. И раз. Вот так вот. Блин. Плохо. Так, но он все равно нас пробить не сможет, если не смеет. Че он там замудрил опять, а? Раз, два, три. Раз, раз. Все, крышка ему. Ну, видишь, топежар отыграл здесь довольно неплохо. Рамфуринг появился. Оу, 5. Сколько он будет сливать? 4. Вырубит. К сожалению, вырубит, ребята. Диплодок как раз против него. С великолепным бонусным уроном мы его выносим к ядрене фени. И у него тоже диплодок. Ну, ты сам понимаешь, против пирораптора ему ничего не сделать. Вообще ничего. Ну и сколько тебе надо будет сделать? Раз, два, три. Как минимум три атаки. Две он оставил на запас. Даже если он поставил себе защиту, ну, все равно, ребята, мы его пробьем. Нам этого с головой хватит. Вот как-то так. Если нам сейчас в следующем поединке дадут то же самое, я не знаю, что нам. У нас выбор все меньше, меньше и меньше. Сам понимаешь, да? Соответственно, надо либо откаты делать, либо еще что-то. Надо определяться. Так, ладно. Поздравляет нам ДНК, там немножко дали. Та-та-та-та. Вот тебе и да. Но здесь можно взять Нундазуха. Нундазуха против... Блин. Без хищников-то нам тоже здесь делать нечего. Возьму, наверное, еще... Дилофазавра или кого? Да, Дилофазавра, наверное, взять надо будет. Против Иритатора. Ну, придется, ребята, брать. Придется брать Кулазуха. Только немножко нам надо будет поменять. Первым пойдет Кулазух. Потом... Нундазух. И после уже пойдет Дифилозавр. Как-то так. Блин, 50 тысяч схватка стоит. Но у нас еще впереди одна схватка. А там, опять же, ребята, нужно кого-то будет откатывать, скорее всего. У него 160 хп. Давай просто ударим. Так, остается 58. Будет менять? А ему не выгодно менять-то, ребята. В плане, твою дивизию. Хорошо, предположим, он атакует. Нет? Как скажешь. Я возьму бонус. Ага, он в защиту встал. Ха. Че, опять будет менять? Ну давай, давай. Слушай, я в принципе могу его и так ушатать. Прям на месте. Не меняй никого. На. Так. Дилофазавр знает свое дело. Ну, тем более, Галимим здесь вообще для нас никто. Не получится у тебя. А вот мы тебе сейчас вольнем. Так, и остается еще один Алозавр. Последний. У которого 58 хп. Ну, естественно, сейчас он мне Дилофазавра уничтожит. Понятное дело. Ну, а Нундазух, соответственно, его добьет. Все, сливаем. Бумс. Такой, ну, действительно, он похож чем-то на собаку, ребята. Только с харей крокодила. Такие же повадки. Так, еще нам нужно с тобой один поединок сразиться. Еще один поединок. Так, у нас там что-то выполнено. А тут уже у нас
Хотя, ребята, аллозавр можно, в принципе, взять тут. Кулазуха. Один кулазух, так. Тирана-титан тут у него еще. Против диплодока можно взять. Ну, давай, рискнем так сделать. И... Тирана-титана, что ли, тоже взять. Но у него прокачанный будет. Даже не знаю. Наверное, возьмем все-таки с тобой тирана-титана. Вот таким вот. Главное, чтобы кулазуха они не подбили мне раньше времени. Иначе это будет кранты. Так, он будет, интересно, брать диплодока? Блин. Берет. И атакует. Так, ну что, берем тогда этого, да? Возьму бонус. Галима ящерица, да? Так, а он взял тирана-титана. Слушай, у нас есть возможность его, в принципе, прямо сейчас ушатать. У нас 75 к атаке, да? Я так и сделаю. Тирана-титана убиваем. Выходит аллозавр. Интересно, он бонус набрал, что ли? Нет. Три атаки по 48. Ну, сейчас, да, одну атаку он сделает. Шваркнет нас. Соответственно, кулазух шваркнет его. Даже если он взял три защиты, все равно мы его пробьем. А он две даже взял. Хорошо. И диплодок. Все сливает в атаку. 100% тебе говорю. Три урона, да, нанесет. Этого ему хватит, чтобы нас подбить. А вот уже мы, в свою очередь, добиваем его. Одна в защиту у него, да? Ага. Это ему не помогает. Все, друзья мои. Здесь победа за нами. И, соответственно, мы забираем наш заслуженный пак. Кстати, вот эти вот аллозавры и тиранозавры, они что-то все похожи, да? На самом-то деле. Ну что, крутим, смотрим, что нам, ребята, здесь достанется. Колесо призов. Да пижара. Я почему-то не сомневался. Я тебе изначально говорил, что что-нибудь именно из этого выпадет. Так, без ограничений здесь. Блин, смотри, здесь скоро в игре. Через 22 часа 53 минуты участие на воде, а у меня нету водных динозавров, ребята. Очки доверия, столкновения. Как бы хочется пойти, это на самом деле. Очки доверия нам нужны. Но мне нужен 26 уровень. Так, забираем. И еле-еле там двигается. Примите участие. Два ПВП сражения нам нужно еще с тобой сделать. Два ПВП сражения. Ну что, пойдем с тобой сюда, на земную. Возьму тиранозавра. Пахицелозавра возьмем с тобой и... Ну, давай тропиогната. Блин, за 5 долларов даже не дают, ребята, за рекламу поиграть, понимаешь? Сколько там нужно? 3 поединка, да, сделать? А, 2, 2 ПВП боя. 2, ребят. Ёк-макарёк. Сарказух. С самого первого он поставил... рептилию. Сколько? 377. Стоп, ребят, тут надо менять однозначно. Неужели ударит? А он ударит, скорее всего. Он ударил. Кто у нас там противостоит? Да, ребята. Сарказух, это что-то... Это голимый крокодил. Давай защиту возьму, наверное. А у него еще кто-то тут, смотри. Кто это такой? Так, ну 658.
Ребят, я не пробью ему столько урона, не нанесу. 209, это максимум, что я могу из себя выжить здесь. Короче, это фейл. Тут даже тираннозавр мне не поможет вообще никак. Шипит там, шипит. Меня больше огорчает другое, ребята. Что мы с тобой очень, вот мы тираннозавра как бы использовали, да, и нам придется теперь фиг знает сколько ждать, пока он откатится. Там полчаса, если не больше. Понимаешь, да? Ладно, нам главное принять участие. Тут не было такого, что нужно победить. Просто принять. Да, это трэш, конечно. С этим справились, но ему достаточно вот этого поменять сейчас. О, у него хватит. Сменить и уничтожить моего Тирекса. Да ему хватит и здесь, ребята, атаки. Он сейчас все сольет и крышка нам. Так, ладно, поражение. Другом, блин, нифига там у него. У него редкие эти рептилии были. Против редких рептилий, конечно, тяжело драться. Так, ну здесь, ну, возьмем алангозавра. Тут уже, ребят, без, как говорится, неважно кого брать, лишь бы просто сыграть. Алангозавра. Подожди-ка. Вот так вот. Лимносцелис, давай, иди. И обидно то, что мне приходится тратить доллары вот на эти поединки. Давай посмотрим, кого он тут взял. Твою налево. Ну ты посмотри, они все с редкими. Все, абсолютно. Ну, если мы здесь с тобой ушатаем, причем сразу же этого, с одного удара, то дальше-то смотри, что происходит. Вылетает вот этот вот Тиранодон. 140 к атаке. Ему достаточно... А, нет. Даже если он две сольет, ничего не получится, да? А нам взять с тобой... Если я этого вызову, он возьмет этого. Так ведь? Вот так я попробую, ребята. Он поставил себе защиту. Он будет менять или нет? Естественно. Тираннозавр мод 2? Тираннозавр мод 2? Ты серьезно сейчас? О-оу. Ну давай в атаку. 427 хп. Сейчас, ребята, нам прилетит. Ему две атаки как минимум нужно потратить. Две. Но он все сливает. Блин, алангозавр, давай, выходи. Даже если... А, хотя, подожди. В принципе, ему крышка должна быть, да? Но вот этот вот хорек меня раздражает. 140. 4. Ему как минимум 3 надо потратить. Не, ребята, аргентинозавру не справится здесь. Не справится. Причем он вот это вот взял, свое последнее оставшееся дополнительное очко. Он его потратил в защиту. 100% он потратил его в защиту, ребята. Поэтому если я сделаю вот так и вот так, посмотрим. Видишь, я так и думал, ребята, он поставил защиту. Соответственно, 4. Даже если он нанесет мне сейчас 2 в атаку, 140 там будет, да? Твою налево, что же он делает сейчас? Неужели он в защиту все поставил? Попробуем, проверим, ребят. Твою дивизию, блин. Он все в защиту, ребята, влепил. Прикинь. Он все поставил в защиту.
Да. Ну, ну что, у меня нет слов, а не эмоций, ребят. Если бы мои бы те бы старенькие динозаврики были бы доступны, естественно, я бы взял бы тех. Так, ну, да подожди ты. Забираем свои награды. Открыть. Открыть, говорю. $30. Так, база технического обслуживания. Так, очки доверия 260 в плюсе. Уровень-то будем сегодня получать? Купите билет на розыгрыш призов. Это где? Какой билет еще? Вот это что ли? За $400, спасибо большое. Так, здесь забираем. Схватка редких. Выполнили. Что же за редкие ДНК там, а? Такие идут. Для чего они? События. Так, визит важной персоны. А у нас с тобой только и остается визит важной персоны. Все, ребят, больше ничего не доступно. Ну давай, попробуем, посмотрим. Угу. Хищнец. Тут два хищнеца плюс тигоцефал. Ну, если я возьму кулазуха. Первым, да? Монолофозавр, раджазавр и стегоцефал. Аэротитана, наверное, здесь еще надо будет взять. И, скорее всего, тропяг... Нет, тропягна-то не надо. Блин. Тирекс, блин, Тирекс, целый час будет откатываться, прикинь, Тирекс. Погоди-ка, а где у меня этот-то? А, Диплокаулус, вот он, бесплатно, возвращаем. Ну чё, поехали? Другого варианта нету. Монолофозавр. Сразу в атаку, ребята. Будем напором его давить. Так, он наверняка сейчас поменяется. Нет. Тоже в наглую пошел. Раз. Два. Ну все, тебе крышка. Так, выходит раджазавр. Ему не хватит двух атак, чтобы нас уничтожить. А вот нам хватит три атаки, чтобы его к ядрене фени отправить. Но стегоцефал у него еще есть, не забывай об этом. У нас он тоже есть, но первого уровня, не прокачан, ни шиша. Одну атаку, естественно, ему этого за глаза и за уши. Одну атаку он сделал. Ну что, аэротитан? Попробуем его уничтожить. Да, получается. Ну что, первый поединочек у нас прошел довольно неплохо. Но еще два впереди. И все динозавры у нас в откатах. Вот что самое обидное. Вот что самое обидное. Так, поехали. Кацалькоатль. Кальцалькоатль, ё-моё. Пока выговоришь. Так, против хищника. Опять же водный нужен. Опять же мне надо возвращать кулазуха. Так, кулазух, потом хищник нужен. И скалозавр. Ну, скалозавр уже, как говорится, в откате. Сейчас мы его заберем. Я думаю, здесь достаточно будет Гуанлуня. И возвращаем с тобой скалозавра. Все, погнали. Тут, как говорится, другого варианта нету. Сразу бьем. Окей. А, это Велоцираптор мод 2. Я так понимаю, мод 2 это усиленный какой-то, да?
ух ты, кого взял? Кецалькоатль. Мы тоже тогда меняем с тобой. И... блин, неужели он возьмет велоцираптора, а? Давай бонус возьму. Ха, защиту поставил. Будешь менять? Меняет, ребята, меняет все-таки, да, на велоцираптора. А мы с тобой опять же меняем на кулазуха. Ну и уничтожаем, естественно. Не-не-не, не поможет тебе это, парень. Так, шикарно. Паразауролов. Атака соточка, да, у тебя? Уничтожает. Но мы его тоже Гуанлунем сейчас пригвоздим. Раз, два, три. Ой, за... блин, раз, два, три. Бонус-то. Ё-моё, бонус забыл взять. Пять. Так, ему нужно сколько? Ну, четыре атаки как минимум. А он ничего не стал делать. Ну что, попробуем ли это пробить его, что ли? Ох ты. Он все в защиту, прикинь, воткнул. 49-49. Ага, уничтожает. Ну тогда все, ребят, тогда мы его уничтожим тоже. Или 88-160, да, хватает. 160-160-320. Но здесь 512 на выходе получается. Все. Отыгрался, да? На скрипочке. Так, а нам еще нужно с тобой два поединка сделать. Нам еще нужно два поединка сделать. А, один. Один, ребята. Так, Капразух. Суперзавр, ё-моё. Спинозавр. Так, я, наверное, ребята, здесь возьму тиранозавра. Вот против Капразуха такого. Аэротитан, так он слабенький будет, мне кажется. Аэротитан, аэротитан, блин. Пирораптор как бы... я не знаю, ребят. Кулазуха, может быть, взять. Все доллары, блин, разбазарил, а? Сделаем, наверное, вот так с тобой. Эй, тихо-тихо-тихо, ё-моё. Да что же вот эти вот за подлагивания-то, бесевые. Попробуем, друзья мои. Так, 255 хп. Сразу, наверное, в атаку пойдем. 153 остается, да? Ему смысла нет нас атаковать, скорее всего, заменит. Угу. Суперзавра взял. Ну, тогда, парень, извиняй. Ах ты, жучар ты навозный. А сейчас он возьмет тогда Купразуха этого. Да ладно, это смешно. Так, одного удара будет достаточно для него. Окей. Блин, мне надо было защиту брать, потому что, видишь, Капразух, в принципе, не так много урона-то наносит. Даже если он все сольет, ему не хватит нас пробить. Ух, сейчас как я ему влеплю-то, а? Раз, два, три. Этого нам за глаза и за уши. Плюс две защиты. И вот так. Нормуль. И спинозавр вышел тут. Да-да-да. Как бы не так, парень. Как бы не так, все. Уничтожение, друзья мои. Спинозавра мы убиваем. И, соответственно, получаем с тобой очки доверия. Сколько там? Там, по-моему, от 10 до 500. Такое у них идет, как бы, ну.
разрыв от 10 до 500. Ну, посмотрим. Если даже не от 10. Так, ребят, ну как обычно, игра вылетела. Но главное, что мы с тобой получили 400 очков доверий. Мало, мало, ребят. Так. Забрать, что у нас тут опять? Ага. Прошли турнир важной персоны. У нас есть вообще местечко, хотя у нас долларов нету. У нас с тобой нету бакинских, чтобы активировать ячейку, к сожалению. А я бы... Два диплодока, можно было бы их соединить. Начать эволюцию. А. Можно, ребята, можно соединить их. Вполне легко. Но ячейк, по-моему, больше... Подожди-ка, ничего, без ячейки, что ли, соединяется? А ну-ка. А, тут инкубатор. А, у нас инкубатор, оказывается, освободился, поэтому я смог это сделать. Так, здесь у нас есть разместить. Ух. Есть здание, да? Так, давай сюда поставим, пускай стоит. Плюс... Парк земля у нас вообще их дофигища, я на самом деле смотрю. Куда бы тебя влепить, сюда, что ли? Пускай здесь стоит. Еще один сюда, например, да? Не помещается. Так, здесь слишком мало места, блин. Ну, некуда уже его поставить, просто некуда. Тут мало зданий зацепляем. Именно для бонуса. Ладно, фиг с ним, не будем пока размещать. Вот, 26-й, друзья мои, уровень. Джунгли, заповедник плюс территория. Значит, нам открывается с тобой. Так, деньги. Трицератопс. Так, 15 очков доверий. Становится 30. Это нам не надо. Так, забираем здесь. Территорию, подожди, вот база технического обслуживания. Можно ее вот сюда поставить, в принципе, да? Хотя у нас есть пятачок где-то здесь. Во. Пускай там и стоит. Так. У меня же доступно. Подожди, как не сюда зашел. Это в схватках. Да. 26 уровень схватки. И кто здесь? Давай хотя бы глянем, просто посмотрим. Паразавр. Паразавр. Че, пойдем, ребята, успокоим этого паразавра. Так, я могу троих, да, целых взять. Пирораптора возьмем с тобой еще сюда на всякий случай. И дилофазавра. Поехали. Паразавра, я думаю, мы сможем с тобой одолеть и получим 690 ДНК. Так, ну что, сразу атакуем на 263. Так. Что он будет делать? Ничего. Неужели он взял защиту себе, ребят? Проверим. Одну. Так, ну у него 45 хп, все, ребята, ему крышка. Он спекся, поверь мне. Ну что он сделает? Ну завалит он сейчас. Ну, пирораптор его просто разорвет тогда. Все, он даже ничего не сделал, ребят. Вот так вот. Довольно легкая была схваточка, если честно. Я думал, там будет что-то посерьезнее. Ну что же. Главное, мы с тобой зарабатываем ДНК. Это... А, 780 даже. Событий у нас больше не осталось. То есть мы сегодня неплохо поиграли. Все отыграли, что могли. Випки, фигипки, события. Немножко построили, да? Так, разместить. У нас парк земли аж 4 штуки, ребят. 4 штуки. Еще осталось в запасе. Конечно, хотелось бы вот сюда. Вот, к
Кстати, мы можем, знаешь, что с тобой сделать? Вот это вот убрать. Так. А вот этот вот парк земля поставить. Намного больше идет прибавка. Здесь, кстати, если я вот это вот уберу. Да подожди ты, господи, вот это вот уберем. Так, вот это вот поставим. Вот так вот получается у нас. А сколько вообще здесь сравнить? Он дает 10%, да? Хищное растение всего лишь 3% дает. Сам видишь, 2%, 3%. То есть получается, что парк земля намного лучше. Так что есть смысл и гейзеры вот эти поубирать. Где они у нас тут? Так, здесь закончим. Ну вот тут вот, например, да, фонтан. Кофейня, ладно, пускай будет. Сюда, наверное, не поместится. Твою налево. Ладно, ребят, пока, наверное, хватит. У нас еще все равно территория будет, кстати, расширение земли, точно. Чуть не забыл. Давай-ка вот здесь вот поставим. Как-то так. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!